Привет, мои дорогие друзья! Это видео исключительно для тех людей, которые занимаются собой, которые разбираются, для думающих людей, людей, которые вообще соответствуют понятию человека, которые хотят понять, из чего они состоят, к чему они идут и зачем они родились. Итак, сегодня мы поговорим о следующем. Воспалительные процессы. С моей точки зрения, воспалительный процесс действительно есть великое благо. Почему? Потому что микропаразиты умирают от воспалительного процесса. Организму нужно разогнать иммунную систему до такого состояния, чтобы она начала бороться. Вследствие борьбы появляется воспалительный процесс. Температура. Неоднократно вы можете зайти в интернет и посмотреть, что температура убивает многие заболевания. Например, тропическая лихорадка убивает сифилис. Малярия убивает онкологию. Зачастую. Конечно, это совпадение. Никто не хочет специально заражаться, предположим, малярией. То есть, да, малярией или еще какими-то заболеваниями, которые вызывают 40 плюс температуру. Пограничную, да? И эта пограничная температура убивает раковые клетки. Это факт, это доказанный факт. Значит, что получается? Когда мы работаем над собой, и, соответственно, у нас воспалительный процесс, этот воспалительный процесс, что не нужно глушить? Ни антибиотиками, ни обезболивающими. Я это прошел на себе. И, господа, мне 66 лет. Да, я потерпел. Да, было тяжело. Но я себя сейчас чувствую просто обалденно, понимаете, да? У меня есть желание жить, у меня есть желание пойти сегодня пошататься по городу. А то и выпить пиваса и погорланить, понимаете, да, в чем дело? Есть большая разница. Или вы глушите воспалительный процесс, окей, вам становится легче, 100%. Но потом что? Оно идет дальше, 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 до тех пор, пока организму не наступает хана. Как в биологической машине, так и в автомобиле. Вы можете ничего не делать по своей машине, но рано или поздно она чихнет и кнет и встанет. И вы никуда уже не поедете. И ремонт вам будет стоить гораздо дороже, чем когда вы профилактически занимаетесь своим Ягуаром. Я думаю, у вас есть Ягуар. Поэтому каждый выбирает свою систему. Рассчитывать на то, что вы заплатите огромные деньги потом за большой ремонт, а-ля химиотерапия, лучевая терапия, операция и так далее, и так далее. Ну, результат вам виден, ясен, да? Смотрите, друзья мои, нельзя получить другой результат, когда вы пользуетесь одними и теми же методами, которые не дают результата. И если вы будете поступать, как в этом шикарном анекдоте, когда обезьяна трясла пальму, да, и не падает банан, а потом взяла палку и кинула, то есть внутренний голос ей сказал, ну давай подумаем. Она подумала и взяла палку и сбила банан. А прапорщик тряс эту пальму, внутренний голос, ты подумай. А он говорит, да что думать, трясти надо. Вот и все трясут и не делают ничего нового абсолютно. Поэтому, дорогие мои, занимайтесь собой и пусть будет вам счастье.